Вам не повезло. Специалист, это значит разговор где-то в медицинском учреждении, вам не повезло. Специалист, который лечит в отъезде, но есть второй, не хуже. Лучше договориться лично, но можно и по направлению. У нас только по пропускам, хотя можно пройти и так. Лечение стоит дорого, но можно и не платить. Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так. Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить. Но можно этого и не делать, если вас не интересует результат.